Всем привет, с вами я, Алена. Я нахожусь в магазине Fix Price. Этот фикс находится в городе Балашиха, улица Твардовского, 16А. Давайте пойдем посмотрим, что же там появилось классного и интересного. Не забывайте ставить мне лайки. Вам не сложно? Мне приятно. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пойдемте смотреть. 77 рублей. Тигровый бальзам. Карандаш с эфирными маслами. 2,5 мл. Подходит для наружного применения и ароматерапии. 77 рублей. Хлоргексидина биглюконат. Спрей 140 мл. С удобным распылителем. Много книг за 199 рублей. Новых появилось. Кстати, вот эта книга для поклонников рассказа «Служанки». Мне вообще не понравился рассказ «Служанки». Не знаю, что в нем прям такого. Глуховский текст. Вот эту книгу я искала давно на полках Фикса. Видела в одном из обзоров. Я обожаю его «Метро». Так, что еще есть? «Дальше жить» на Рене Абгарян. Выбор, конечно, большой. Много книг новых привезли. Даже есть Харуки Мураками. «Убийство командора» в двух книгах. «Возникновение замысла» и «Ускользающая метафора». Покажу еще несколько книг. «Анна Тот», надо брать. «Экспресс», что ж ты со мной делаешь? Я сейчас все деньги оставлю в книжном отделе. Настойки ВАУ, вот такие ящики за 99 рублей. Мне они очень нравятся, с удовольствием в них сажаю землянику. Коричневые и зеленые были, появились вот такие белые и бежевые. Здесь же новые прихватки. Но я им не очень доверяю, потому что материал верх габардин. Это полиэстер 100%, низ хлопок, наполнитель 100% полиэстер. Горячий можно трогать только вот этой частью. Здесь же все, скорее всего, оплавится. Кружки с крышкой 149 рублей, 375 миллилитров. Разные дизайны. Всего 4 дизайна, и это фаянс. Вот такая крышка. Ну и для тех, кто любит пить чай пакетированный, сюда можно класть пакетик. Лично я люблю обычный чай. Красивые чашки, аккуратные. На этой же стойке ВАУ вот такие пакеты. 35 литров, 15 штук, 55 рублей. Я уже такие брала. Хорошие пакеты, они с завязками. Их не надо отрывать друг от друга. Так, что еще здесь есть нового интересного? Это бумага. Большая упаковка. 500 листов, 249 рублей. Показывала вам уже салатники, тарелочки в виде сердечек. Появились кружки. 170 миллилитров, опаловое стекло, 55 рублей. И блюдечки. Так, блюдце чайное, ценник перевернут, 50 рублей. Чашка идеально подходит. Банка с ложкой, 580 миллилитров. Сразу же минус доломит в составе и ложка деревянная. 4 дизайна. Ну,
Ну вот она баночка. Дефекты все присутствуют, как обычно. Ну и, конечно, качество, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Такую баночку мыть нежелательно, иначе она вся будет в мелких трещинках. Новые кружки 77 рублей. Дефекты также все присутствуют, непрокрасы, точки. Фаянс, Китай. Такая же кружка, только снаружи уже матовая, желтая. Ура, здесь еще есть вот эти кружки за 99 рублей. Я, к сожалению, розовую разбила. Сейчас куплю. Ну, смотрим еще, какие есть новые чашки, кружки. Вот такая. Объемом 480 миллилитров, керамика. Большие кружки за 99 рублей с удобной ручкой. Состав фаянс. Разные цвета. Оранжевые, синие, красные. И вот какие классные кружки. 149 рублей цена. Керамика. У нас два варианта. Ну, за 149 рублей вот такой дефект. Вот он сверху, видите. Мне кажется, это дорого. 149 рублей кружка с подставкой и ложкой. Оригинальный дизайн, поднимет настроение. Удобная подставка из бамбука защитит ваш стол от пятен. Три варианта. Состав фарфор и бамбук. Интересная ручка. Давайте открывать, смотреть. 360 миллилитров. Вот такая прелесть. Маленькая ложечка в комплекте. Открывайте, обязательно смотрите, потому что эти ложки могут быть сломаны, разбиты. Рисунок с одной стороны. Новые стаканы от Паша Бахче. 55 рублей, 290 рублей. Стакан для коктейля. Очень тоненький. Если честно, мне не нравится. Бывают у них стаканы и интереснее. Но это мое мнение. Оно может отличаться от вашего. Какая вещь. Вы только посмотрите на это. Качество ужасное. Железо все мягкое, все прогибается. Вот сюда можно вставить ножики, либо небольшие доски. Сюда что-нибудь повесить. И это держатель для кухонных принадлежностей. Состав углеродистая сталь. Креплений в комплекте нет, но крепится при помощи винтов. И цена этой полочки 249 рублей. На мой взгляд, завышенная. Это Россия. Набор для специй с двумя ложками. Тоже все доломит. Качество также оставляет желать лучшего. Разные варианты дизайна. Задумка интересная, но исполнение не очень. Керамика была бы лучше. Смотрите, какая классная кружка сита, пластиковая. Сначала одеваете крышечку, насыпаете туда муку или сахарную пудру, потом крышку снимаете и просеиваете. Цвета разные, объем 800 миллилитров. Полистирол, полипропилен, нержавеющая сталь. Бульонница с ручками и блюдцем. Ну, скорее всего, 199, может быть, 249 рублей. И вот такие варианты в коллекции. Можно взять, кстати, к тем кружкам, которые на бамбуковых подставках. 500 миллилитров. Но, опять же, все было бы классно, если бы не доломит в составе. Вот эти бульонницы стоят 249 рублей, а кружка сита 199. Мы все выяснили. А я на этом буду с вами прощаться. Надеюсь, это видео для вас было интересным и полезным. Ну и, конечно же, не забывайте ставить мне
лайки. Вам не сложно, мне приятно. Берегите себя и своих близких. Всем пока-пока.